Dar nu scrie pe el că e pentru escort, așa. Merge și pentru presă. 12 iulie 2021, ședința de judecată declară deschisă. În ședința de judecată se examinează plângerea depusă de către avocatul Alexei Croitor în interesele condamnatei Timofeeva Izabela în temeiul articolului 13 Codul Procedurii Penale. În ședința de judecată este prezentă condamnata Timofeeva Izabela, vă ridicați în picioare, vă prezentați. Anul nașterii? 17 februarie 1960 года. Будет дом член дмитрия на момент? Отсутствие дороги 16/2 на данный момент. Когда прописано Георгия Сатис, работа 1/15. Когда отсутствие либерату? 8 июля 2021 года. Luați loc. În ședință este prezent avocatul și reprezintă interesele petiționare. Avocatul? Mandatul este anexat la materialele cauzei. Procurorul? Puneți masca dacă vă dușiți. Eu задыхаю, și mi-am fizema legii, eu o adivare și uscaie o tabă. În ședință de judecată este prezent interpretul, pianul avertizat conform prevederilor legale. Компонента комплектului președintele ședințe judecător Buzenzeta, grefier Daniel Rus, cere de abținere, nu sunt cere de refuzare. În sală este prezent, conformist. Oleg Briagat de la Croaște, da? Domnul Oleg, noi examinăm o plângere depusă în ordine articolul 313 Codul Procedurii Penale. Plângerile depuse împotriva acțiunilor în acțiunile organului urmăririi penale se examinează în ședință închisă. Respectiv, dumneavoastră trebuie să împărțiți sală. Am înțeles, mulțumesc. La revedere. Ce amabil, da, da, măi, da, măi, măi. Știu? Spuneați că vă, конечно, не присутствуете. А где домнул крыто? А. Вот так может туда пойдем? Давайте. Там есть где сесть? Сесть там нельзя. Сесть можно, можно в 13 или в 7. Да уж как-то посидел. Decizia încă nu-i de grabă, da? Pe 21. Aha, dar au încheiat ședința, o să fie pe 21 decizie, da? Sau încheiere, sau ce scoate în așa caz? Încheiere. Deci e posibil să întoarcă la procurori sau posibil să refuză și atunci mai aveți curtea de apel. Значит, вот смотрите. Из имеющегося... Извините, мне просто... Такое заседание у нас завтра в 10 в суде сектора Чандра. Гражданское дело по закону 87. Скажите, а вы сейчас куда едете? Иду наверх, мне там надо еще проверить, еду на Буйканы. На Буйканы? А вы меня куда-нибудь в центр не вытянете, а куда? Ну, да, церковь. Мне в 13-ю тюрьму. Ну, вы заканчиваете. Просто я 5 минут еще наверху и еду. Хорошо. Я вас подожду столько, сколько надо, но я буду тут. Вот, что мне... Или куда? Нет, через 5 минут нет. Я освобождаюсь. Если едете, то... Да, у да. Выхода, да. Да. Хорошо? Хорошо. Что сказал прокурор? Прокурор считает, что я упустила сроки. А-а-а. Предъявил, когда мне на русском языке было предъявлено последнее доказательство, что я упустила сроки. Я 7 лет... Работаю над тем, добиваюсь ревизионного порядка. Сначала было рано, я пыталась отстоять свои позиции. В судах, в апелляционном. Потом в высшей судебной палате. Ну, думала, может, там разберутся. Потом пришло время ревизионного порядка. И на данный момент, он говорит, я не предоставила новых доказательств, а он их не хотел изучать.
просто не захотел. Понятно. Сейчас он говорит, что я их не предоставил. И что вы думаете, скажет судья, эта женщина? Значит, 80% за то, что она поддержит прокуратуру. Да, значит, и закроется, я открытым текстом говорю, что пора перестать закрываться процедурными нарушениями. Mm-hmm. Потому что каждый человек свои жалобы пишет самостоятельно. Ему не помогает адвокат, может, они процедурно написаны и неверно. Понятно. Адвокаты не сидят рядом с человеком. А сроки соблюдать надо же. Сроки надо соблюдать, но сейчас прононсаре будет быстро. Ничего не могу сказать. 27 июля. Угу. То есть ждать ничего будет... Две недели, да? Две недели. Сейчас пойдем в курсе диапил. Угу. То есть опять начнется хождение по мукам, ревизионный порядок. И он мне прямо, ну, напрямую говорит, а вот господин Стойнов, вот так говорит, обращайтесь к господину Стойнову. Мне все равно, господа, я вне политики, я коммерсант. Угу. Я не лезу в политику, я не интересуюсь. Но получается, политика интересуется нами. Кто-то в 2014 году провел неверные движения, но 7 лет из жизни у меня забрали, и сейчас никому нет дела. И мне говорят процедура. А какое имеет значение процедура? Когда практика показала такой момент, что это может казаться кого угодно, вот такие вещи. И прокуроров, и судей. У нас, ну, слава богу, если промониторить последние дела последних 3 лет. В такие ситуации, как моя, попадают. Да, и банкиры, и политики, и прокуроры, угодно, и судьи, да, все. Но по ним как-то быстро, раз разобрались, восстановили права и даже выплатили компенсацию. Меня не хотят восстанавливать моих правах, мне не хотят выплачивать компенсацию. Понятно. Не и желаю. И в 13-й ПУ вы идете сейчас просить ваши деньги со счета, да? Да. Понятно. Пока что для меня все проблема транспорт. Я только-только вышла, и это плюс то, что у меня весь организм переломан. Лечить здоровье надо сначала, конечно, да? Конечно. Я вот эти 2 дня, что освободилась, а практически все пролежала и проспала. И завтра в 10 в центральном суде Кишинев. Да. Хорошо, может, увидимся и там. Да. Может отменить реальную защиту гражданских прав. Можно закрыться процедурой. Я не имею намерения ссориться с институтами власти. Но договориться таким образом, чтобы главенствовал закон в досудебном порядке, мы можем и должны. А вы с кем судитесь сейчас? Сейчас с прокуратурой в лице господина Потынги, который меня отправляет прямо генеральному прокурору. То есть он не решает этих вопросов. Речь идет о какая проблема? Давай жаловаться генеральному прокурору. Можно не протестом пойти. Вы уже свободная, вижу. Насколько вы свободная? По условно-досрочному освобождению. Это я должна еще отмечаться. Это я должна... Вот, проверьте, это лично вам. Я не участвовала в выборах, не имела сил, здоровья. Так чтобы, нет, чем чтобы... вы хвастаетесь? Если бы участвовали, то правильно. Можно было хвастаться. Нет, я показываю вам, лично вам, что я никогда не обманываю и не подвожу. Я всегда говорю, как есть. Чтобы контрагент был уверен. Сидит в кумаске, да чего тянется? Аспурат чего? Ну, надо было власть в моем месте. Эммануэль и плачет. Значит, надо почесть вытала видео, да, лайк, шеф. Да. Сейчас подойдет адвокат. Мы пытались пообщаться. Государственный, у вас нет денег на частного адвоката. У меня пока вообще нет денег. А как? Вы вышли из тюрьмы без денег, без ничего. Вот сейчас поеду, получу, может быть, остаток со своего счета. Ага. А там что, пенсия или что на счет? Там пенсия по инвалидности 3-й группы, хотя должна быть по инвалидности 2-й группы. Вы можете пройти в ТЭК и может повысить. Обязательно пройду в ТЭК. Вы уже свободный человек. Да. Почти свободный, да? Почти свободный. Но в связи с тем, что я изначально была законопослушным человеком, я буду вовремя отмечаться, соблюдать все нормы условно-досрочного освобождения. Однако, хотелось бы, чтобы институты власти просто перестали закрываться процедурой. Угу. Начинали разрешать ситуации по существу. Угу. Вот только что отошел, еще не начинается заседание, господин Потынги, который... Прокурор. Прокурор. Угу. Он отказывает в ревизионном порядке
по трем моим уголовным делам, по которым я отбыла 7 лет. Ага. Лишилась абсолютно всего, чего может человек лишиться. Ага. И все они имеют разницу. Да, место, скажем, судебных ошибок. Угу. Множественных судебных ошибок вполне очевидно. Мало того, есть свежие доказательства того, что вот эта вся процедура продолжается, и ее надо остановить. Mm-hmm. И просто пересмотреть мои дела. А у вас, кажется, несколько уголовных дел. Да, секундочку. Она вышла, сейчас закрыла, Патенко был куда-то. Здравствуйте. Куна. Да. Аппарат Федоровна. Ага. Это господин Брега, вы знакомы? Он меня тоже защищал. Вот, у нас одна, вы не все пишите, одна ваша подучительная там находится, Дойна такая, ну, раньше, где я находила, она от вас в таком восторге. А, да, я молодец, думаю, у Филиппа, да, у Филиппа Киркорова нет таких. Если адвокат добросовестный, то его все уважают. Видите ли, наличие денежных средств еще никто не отменял. Ну, так... Адвокаты свежего... Не всегда миллионы помогают в суде. Ну, и не всегда хороший адвокат достаточен. Ну, мы все стремимся к цивилизованному образу жизни, к цивилизованному судопроизводству. И поэтому я призываю перестать заниматься отписками, прятаться за процедуру, за вот формальные эти письма. Мы не усмотрели состава. А, значит, у вас там вышли как бы сроки. Если преступление или ошибки имеют место быть, даже уже в рассмотренном, закрытом уголовном деле, тем не менее, нужно восстанавливать справедливость. Ну, так. За этим же стоит человеческая жизнь. Вот сейчас я вышла. У меня нет бизнеса. Он полностью за 7 лет, ну, конечно, поломан, его просто не существует. То есть нету ничего. Угу. Жизнь надо начинать с нуля. Просто с нуля. И он говорит, я слышал, у вас к нам больше нет претензий. К вам? Нет, действительно. С ПАУ-13 мы достигли кое-какого досудебного разрешения ситуации. Некоторые. Но в прокуратуре КНП какое-то имеет отношение. Но у вас и послезавтра есть какой-то суд? Послезавтра? Почти каждый день у вас уже суд. Да. А это тут завтра аппарат? Да, мне надо позалежу обзашат. Ага, министерство юстиции. Али Катюводусали. Стер диверсиазы прямо. Ага. Mm-hmm. Да, кума чеса жудико, черу телевизуирea до сарила пенали. Мария Вилия, омului, иначе, тревисали, пe care au fost condamnate. Au apărut probe noi sau marturi, chestii, da? Da, mie a solicitat pe procurorul să vină să o audieze penitenciar, nu s-a făcut nimic, pur și simplu s-a scris că nu se vede și nu am contestat în 313 și nu am telefon procurorul. Dar care procuratură se ocupă de cazul? Centru. Și aici toate dosarele în 313 se examinează, da, ședințele sunt închise. Da, în 313 ședințele închise, dar doar dosarul celălalt de la centru. Dar mie eu cu trei dosare care sunt... Nu știu că alte judecătorii nu examinează, n-au judecători de instrucție. Că acum toate judecătorii Chișinău și ăștia de la Ciocană se ocupă de 313. Da, schimbări, reforme. Simțiți ceva, efect e mai bun după reforma asta sau e tot amețală și sper dosare și sunt târzi și... Forma s-a schimbat. Nimic, nimic conținut, da? Пока не видно движения. Это должно быть активно. Вот нашли, допустим, ну, как сказать, как в движении. Вот человек едет за рулем по дороге. Попал колесом в колдобину. Его действие. Он пытается как-то вытащить машину и поехать дальше. Все. Здесь должно быть все то же самое. Исправили ошибку, поправили ситуацию, пошли дальше. Не надо это на годы растягивать. Да, но и яму тоже чинить надо, потому что он же может еще раз попасть туда или другой. Естественно. И чинить яму. Действия водителя одни, действия заинтересованного лица другие. Здесь должно быть то же самое. Mm-hmm. А у нас это растянуто на века. Mm-hmm. Везде, в других государствах, я не имею в виду постсоветское пространство, не знаю, европейский, восточный, это делается быстро, конкретно, точно, действительно. Și dosarul cel în baza legii 87 trebuie să examineze repede, în 3 luni, de când e pe rol.
Noi avem trei dosare pe limba 87, adică am depus pe câteva plângeri care se examinează aici. Și iată asta care se examinează pe mâine? Undeva aproape trei luni. Și încă nu-i posibil să iasă soluție mat sau? Bun, deja noi suntem pe final. Ah, ok. Deci se încadrează în trei luni. Două ședințe maxim și să examinează. Ok, ok. Ăsta era procurorul Păcân? Да, это господин Потенко, вот это был прокурор. Да, я его плекат рэп, Нет, до этого я ему говорю, господин Потенко, как вам попасть на прием, чтобы уделили мне 5-10 своих минут? Он, а никак, у меня почасовая оплата. Я говорю, господин, он говорит, я слышал, у вас нам больше нет претензий. Я говорю, как нет, они сейчас только все начинаются. Хорошо, вот я вышла в никуда, вот мои действия. Ну хорошо, ну допустим, кто-то из вас жалится, подбросит меня к пенитенциару 13-му. Ну возьму я там свои оставшиеся 2 копейки. Дальше мои действия. Поломанные, перекалеченные. Суды пока что еще в самом разгаре. И вот интересно, государство говорит о том, как живут такие люди, которых выбили из всей жизни, лишили всего абсолютно. Все пошли жить дальше, человек остался. И человек ненавидит уже государство и закон, и все, он вышел оттуда. Нет, как ни странно, я отношусь с пониманием практически индифферентно. Вот удивляюсь, у меня нет ни ненависти, ни антагонизма. Вот хотите верьте, хотите нет. Но я хочу, чтобы где-то как-то каждый человек имел свою нишу в данном мире. Это справедливо и правильно. Всем тяжело живется, но кто-то живет гораздо лучше, неправда. А кого-то просто выкидывают из гнезда. Ну и ни один человек с этим мириться не будет. Ясно?